Здрасте, какой-то здравствуйте, доктор. Что-то у меня очень сильно голова болит. Здравствуйте, доктор, у меня очень сильно болит голова. Можете меня, пожалуйста, вылечить? Пожалуйста. Хорошо. Пойдемте в какую-то палату, что ли, как я понимаю. Идемте со мной. Я, конечно, детских принимаю, но ничего страшного. Так, давайте оплату сначала. Окей, давайте. Сколько вам надо? 400 рублей. Окей, держите. Спасибо. Так, шлите за мной в палату. Так, вот сюда, рентген. Рентген надо нам сделать. Просто проверить, может, это что-то сделано. Ну, здесь вот, вот так ложитесь, просто это прыгните. Секунду, подождите, по Анке. Хорошо, я ложусь. Сейчас я приду. Так. Так, вам включить свет или выключить? Я водички пока попью. Хорошо, пейте. А сейчас мы достанем кое-что в нашем ящике. Это... Так, наверное, нам это не надо. Давайте сейчас вам поможем. Окей, мне так долго лежать. Нет, недолго сейчас. Так, сейчас послушаем вас. Так, все хорошо. Пойдемте за мной сейчас в другую палату. Так, если что, садитесь, если устали. Ой. Ладно, я пошла за... Ладно, я пойду за вами. Ладно. Идем сейчас вот в эту палату. А почему? Здесь нам надо кое-что сделать, но это не больно. Точно? Нет, не больно. А это будет очень больно. А что вы там гармошите, а? Ничего, Дарья, садись уже. А что, тут же сердце проверять. Нет, я с ними не разговаривала. Здесь надо нам это взять на функции. Короче, я врач, поэтому это я хочу, что надо, что не надо. Ты не знаешь, что надо тебе делать. Так, наверное... Девушка, вам рентген? Мы же уже делали его. Короче, у вас не болит голова, у вас институт. А что это такое? Доктор, можете подсказать? Это обозначает, что вы, что, короче, что вы будете... 2 дня в больнице, поэтому держите вам завтрак, покушайте. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну вот ваш ребенок. Ай! Чё? Больно. Так, ну ладно, продолжим. Что, за вами идти, блин? Подождите, можно... ложите сюда, подождите, можно я одену очки? А пожалуйста, наденьте вот тут вот перчатки. Что наденьте? Перчатки. Просто как? Туда нажмите. На что? На ту штучку. Ну да, Ты как бы на другую нажала, вот сюда вот. А, да. У тебя... А, это как бы не перчатки, ну ладно.
что надо сделать. Ладно. Давайте. Сейчас мы вас проверим. Вот, держите тест на беременность, проверите себя. Ай, ай! Что такое? Две полоски выражаете. Что? Идемте за мной. Срочно. Так, надо сходить туда. Так, берем. Так, быстрее. Сенс. Так, он поможет точно. Так. Короче, это все. Ой, спасибо. А что это сейчас было? Ладно, сейчас подождите. Окей. Ой. Ладно. Доктор, что с вами? Так, а мне, а где? Куда мне? Так, идемте дальше. Это очень хорошо. Так, вот сюда, вот в эту палату. Она очень хорошая. Здесь хорошие дороги. Так, хорошо. Ложитесь. Тем временем, доктор. Так, что интересно там делает доктор? Что? Ребенка мы унесли. Куда? Что? Это же мой ребенок. Ну ладно, девушка, держите. Дайте. Так, сейчас ему только кое-что. А спасибо за ребенка, что вы мне его отдали. А вот у вас рентген, посмотрите сейчас. Вот. А почему у меня кость сломанная? Не знаю, еще вот рентгены. Господи. Ладно, что вы лечите уже, как бы. Вот здесь ваша голова. Угу. И все, как бы. Здесь хорошо все. Ладно, девушка, до завтра. До завтра. Так, ладно, я пойду домой, потому что она как бы сказала «до свидания». Да, до свидания. Тем временем, доктор. Так. А где заключенный? А где заключенный? Где заключенный? Где заключенный? Он что, сбежал? Как?
ненавижу. Не люблю таких. Ну, просто... Кто это был? Это же была мисс Фэдди, которая нас проводит. Ну, ладно. Начну. Так, ладно. Ой, что я удивляюсь? Блин, в последнее время, ладно. Такая крутышка, пойду сегодня. Вообще вся офигеет. Так, ладно. Господи. Нет, ты вообще нормальный, чтобы ехать так. Видишь, врачи вовсю. Ладно, останусь здесь. Ладно, где моя... Так, возьму вот это. Так, иду, попью. Так, ладно, попью. Вот, посижу, наверное. Ой, как хорошо. Блин, пленка. Так. Господи, дурацкие двери ваши носить надо. Так. Вроде бы вот здесь положить. Так. Все, вроде бы положила. Можно где-нибудь... Так. Так, здрасте. Сегодня я хотела оплату пройти. Окей. Блин, ваши мерзкие. Опять зачем-то мне дали. Его-то подошла первая часть. Этот наш Adopt Me и доктор-врач. И скоро выйдет вторая часть. Так что... Не переживайте, смотрите наш канал, подписывайтесь на канал Людка Сисюська. Всем удачи, всем пока! Ребята, с вами я, Ралина, и вы попали на канал Телегами. И это вторая часть, доктор, и там еще как-то называется. И снимаю я, как всегда, это с моей подружкой Людкой Сизюськой. Подписывайтесь на нее в лайке и в ютубе. Вот. Давайте ее так снимем. Да, всем привет. Прыгает сюда. Сегодня уже она будет клиентом, а я буду доктором. Ну да, и давайте приступим. Ой. Так, этот, она, наверное, меня уже ждет. А я, она даже не представляет, что сегодня меня ждет. Так, здрасте. Да, здравствуйте. Вы по расписанию, да? Да, да, да. Давайте первое. Давайте первое, это у нас оплата. Оплата, ладно, идите. Сейчас я вам... Берите масочку, а то я болею. Хорошо. Давайте с вас этот 405 рублей. А что так мало? Ну просто. Ну и кейс, держите, сейчас я вам дам, перейду. Вот, держите. Я, кстати, подписана на вас, это Телегами. Ой, спасибо. Там у нас проходит конкурс на 200 денег. Участвуй. Так, короче, давайте, что ли, обследование проходить? Да, давайте. Пойдемте за мной в кабинет. Да, чем я болею? Только подождите, я на этот, подождите, я помажу руки. Хорошо, а чем? Мазью. Может быть, вы выйдете, как бы? А мне надо это помазать? Можете помазать. Так, ладно. Пойдемте. Это у нас будет обследование. И... Да. Ой, а это не больно? Да нет, конечно. Да, она даже не представляет, что это так больно. Так, ложитесь, ложитесь, давайте. Что-то боюсь я. Зачем? Ладно. Так, короче,
Давай так. Что? Сейчас, подождите, мне надо. Мне доктор звонит, подождите. Так, нужно придумать, что ей сделать. Я же не настоящий врач. Я врач-вместитель. Нужно, наверное, сделать такой светящий свет, чтобы она испугалась. И нужно, конечно же, ей сделать очень больный укол, чтобы она прям закричала. Так, значит, делаем, включаем и... А что произошло? Давайте попробуем. А, все, это, видимо, какая-то ошибка. Ладно, давайте проведем обследование. Сейчас я только перчатки одену. Зачем вы мне это надели? Что надели, блин? Вот это. Чтобы этот... ну, так нужно, короче. Ага, чтобы она не задохнулась. Так, давайте, сейчас, подождите, я рентген, блин, свой, что-нибудь найду, давайте. Ладно, находите уже, свой рентген я уже хочу поскорее уйти. Так давайте померим, блин, температуру. Давайте. О, господи, я испугалась опять этого цвета, выключите его. Что? Что реально? Что такое? У меня температура. Так, а извините, пожалуйста, у вас температуры вообще нет? А сколько там температуры? 36,6. О, это хорошо. Снимите, пожалуйста, вот эту штуку. Давай сниму. Ой, спасибо. Так, сейчас, подождите. У нее капец повышенная температура, поэтому я сказала то, что у нее пониженная. Так, все, я пришла. Давайте в другую палату, идите за мной. Вот сюда вот надо. Хотите, блин, хотите попить? Да, хочу. Давайте я вам даже дам. Только секунду. Да. Можно воду? Да. Вот, держите. Спасибо. Ну, вроде бы вкусненько. Спасибо, держите вам. Спасибо большое за воду, но я не хочу пить. Давайте я вам рентген сделаю, потому что... И извините, мне вам придется сделать два укольчика. Если у вас сломанная кость. Давайте. Так. Ладно, ребята, сделаем третью часть.